Акцию проводит благотворительный фонд «Линия жизни». Сбор мелочи производится весной и осенью. В эти выходные сочинцы во второй раз смогли проявить милосердие и отзывчивость, бросив несколько монет в специальный контейнер в пунктах приема средств. Большое спасибо сочинцам, потому что не успели мы открыть нашу точку, и уже много мелочи мы собрали, не только мелочи, и бумажные деньги. И сочинцы необыкновенно отзывчивые. И дети. Сегодня детский фестиваль, и все дети поучаствовали. Помочь тяжелобольным детям решили сотрудники Центра занятости Центрального района. Всем коллективом они собрали пакет мелочи и пачку купюр. Пол пакета, вот считайте, и рублями. Ну, я не считала. Ну, это, мне кажется, не стоит этого делать. Все мне, я сколько собрала от нашего коллектива, я все до копеечки, плюс сама, конечно, положила. За 6 лет работы акции удалось собрать более 12 миллионов рублей, благодаря которым спасены 62 тяжелобольных ребенка. На этот раз сбор мелочи производился в пользу Евгении Карнадут. У нее диагностирована деформация позвоночника и сколиоз 4-й степени. 18-летней девушке требуется операция по имплантации. Необходимая сумма на лечение 699 740 рублей. За 2 дня работы было собрано почти 127 тысяч рублей. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.